Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и очередная распаковка корейской косметики. Давайте посмотрим, что же жадная бабулька заказала для себя на этот раз. Я заказываю всю свою корейскую косметику на eBay, потому что не люблю подделки, люблю подлинную корейскую косметику. И эта посылка долетела, добежала, доскакала до меня всего за 3 дня. За что снова огромное спасибо службе доставки FedEx. Я вот говорю все, спасибо, спасибо, но вряд ли они меня смотрят. Ну, ладно, все равно спасибо нужно говорить. Давайте смотреть, что же здесь интересненького внутри. И сегодня у нас с вами будет не совсем обычная распаковка. Легкое шуршание, которое вы можете слышать, это пуховик, который на мне надет. И не удивляйтесь, когда будут вот такие вот руки мелькать в кадре. У нас очень холодно, особенно в съемочной комнате, и я снимаю видео в пуховике. Так, ну давайте скорее все это распаковывать. Так, у нас с вами просто огромное количество косметики, но сейчас я хочу показать вам одно средство, которое ко мне прилетело отдельно, в отдельной посылке, и распаковку его я снимать не стала, но покажу вам, как оно выглядит, что это за средство. Это два вот таких абсолютно потрясающих набора. И что в них находится? Конечно же, в них находятся мои любимые корейские снадобья. Здесь 6 лет ферментированный драгоценный красный женьшень, оленьи рога, кордицепс. Здесь огромный комплекс по древним рецептам собранных ингредиентов. Что умеет это снадобье? Оно умеет очень много. Но прежде всего это для тех, кто занимается умственной работой, кто подвержен стрессам, для тех, у кого климакс. То есть это средство можно и мужчинам, и женщинам, но женщинам в период климакса от него тоже будет заметное облегчение. И что самое важное, это средство предотвращает инсульт и восстанавливает людей после него же. Это же средство способствует уменьшению сердцебиения, кто страдает, да, лучше человек начинает спать, отдыхать, нормализует давление, если оно высокое, то занижает, если низкое, то наоборот повышает его, контролирует пульс и препятствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Но это еще не все, список очень длинный. Здесь лежит вот такой сертификат и в упаковке 2 коробки. Я уже начала их принимать, и сейчас я вам показываю уже открытые упаковки. Да? Здесь вопиющая роскошь, как всегда. Открываем. Да? И здесь вот такие вот капсулы. В таком стаканчике находится конфетка. Здесь пагода восточная. И эта конфетка съедается 1 штука в день. В отличие от остальных конфет с женьшенем, это дело можно есть и вечером. Вот такая вот красивая круглая конфета. Очень приятный травный вкус. Мне нравится. Я люблю такие вещи. Вот, кстати, принять надо. И вот такие конфеты курсом. Вот эти вот все упаковки я сейчас зимой буду есть. Повышает также иммунитет, работоспособность. Средство на самом деле удивительное. Кости, суставы. Здесь очень-очень много всего. И не нужно принимать каких-то горстей витаминов. Вот одно такое средство съел, и все у тебя в порядке. Замечательное, просто замечательный набор. Уже не говоря о том, какой-то хороший подарок на Рождество и на Новый год, да? Почему не себе любимой? Я уже сняла рилс, конечно, об этом снадобье. В группе огромное количество отзывов всевозможных. Но давайте вернемся к нашей распаковке. Будем смотреть, что здесь. Ого! И вот он, сегодняшний улов. Мы, конечно, все это с вами разделим по стародавней традиции на 2 видео. И обязательно подписывайтесь на бабушкин канал, чтобы не пропустить ничего интересного. А интересное будет. Вот у меня тут на руке от прошлого видео осталась декоративная косметика. Это средство из первого люксового, не европейского, азиатского календаря.
адвента. Да, вот такой скоро будет на моем канале. И подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Вот так вот. Так, огромное количество косметики, просто нереальное. Давайте с чего-то все-таки начнем. А давайте начнем с Медипил. И это их знаменитая линия с камбучей. Ну, так называемая с камбучей. Так, что у нас здесь есть? Крем, запасной крем. Да, у нас здесь есть к нему тонер из этой линии. И у нас здесь есть сыворотка. И сейчас мы с вами будем этой линией заниматься. Мне писали огромное количество раз, несчетное, почему у вас на канале нет камбучи. Линии вот этой от Медипил. Вы же как бы следите за новинками, и у вас есть все средства от Медипил. Здесь, конечно же, как всегда, к этому есть какая-то причина. Почему бабушка, которая все средства, только появившиеся в Корее, сразу же заказывает, показывает на своем канале, да? Неделю, две недели назад выходят средства в Корее, и у бабушки оно сразу же есть на канале. Что не так с камбучей? С камбучей, в принципе, все так, кроме одного. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть в этой линии. Тонер. Прежде чем что-то заказывать, я обязательно читаю составы. Я обязательно читаю, что это средство умеет делать. И то, почему я не заказала именно эту линию, конечно же, это все я могу обосновать, почему так вышло. Так, тонер у нас, сыворотка. Здесь есть крем. И что очень удобно, к крему есть рефил. И не надо каждый раз покупать новую баночку. Давайте уже и рефил откроем. Открывать, да открывать. Тем более, все равно это все пойдет в дело. Вот такой замечательный рефил. Что у нас со средствами? Давайте смотреть. Тонер у нас жиденькая водичка. Такая непрозрачная, да? Отлично. Положим. Дальше давайте смотреть сыворотку. Сейчас я уберу макияж. Макияж оказался стойкий, не убирается. Так. Ну, такая вот подводка люксовая. Слушайте, не могу ничем снять. Терпите, пожалуйста, мои сводчи. Сегодня вот такие. Так. Непрозрачная, бежевенькая, очень приятная на вид сыворотка. Может, она этот макияж растворит? Ага. Нет. Нежнейшая, просто нежнейшая субстанция, которая исчезает в коже. Много гиалуроновой кислоты, она скользкая, хорошо распределяется. Ну, давайте крем. Давайте попробуем, посмотрим, какой в этой линии крем. Здесь все очень красиво, с лопаточкой, да. Открываем. И здесь крем сделан по аналогу крема с ретинолом, недавно вышедшего. Точнее, эта линия вышла значительно раньше, ей уже, наверное, год, если не два. И здесь шарик из крема и вокруг гель. Как мы используем? Мы берем немножечко геля, немножечко крема, да, перемешиваем все это на руке. И это очень для нас удобно. Почему? Потому что на ночь мы возьмем сюда побольше крема, на день побольше геля, да, чтобы все это впитывалось лучше. Если у нас жирная кожа, мы возьмем побольше геля. А если сухая, то побольше крема. И вот так вот будем все это распределять. При смешении это очень нежная, такая вот милая субстанция, которая тоже... Вот какая подводка, смотрите, да? Ее ничего не берет. Я же говорю, а мне не верят, что у меня на глазу, на моем возрастном, жирном, рифленом веке не течет подводка. Она не течет. Вот такой вот гель. Я нанесла его очень-очень много, чтобы показать вам консистенцию. На самом деле его нужна маленькая капелька. Так, и что касается этой линии. Здесь написано, что линия с камбучей. Но это не совсем так, если не сказать, ну, почти совсем не так. В составе 70% всего этого добра составляет настой черного чая. Да, ферментированной культурой камбуча, японский гриб. Но этой культуры там очень-очень мало. Это фактически черный чай. Да, хорошо он ферментированный. Кроме того, здесь есть гиалуроновая кислота и несколько видов керамидов. Это все замечательно. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу, керамиды отвечают за упругость и эластичность. Но здесь
о какой-либо чудодейственности линии изначально говорить более чем странно. Это линия на ранний антиэйджик, да? На первые морщинки для предотвращения вот этой вот первой провислости, неупругости и неэластичности. Для этого создана линия, и это замечательно, потому что на ранний антиэйдж тоже нужна достойная косметика. Но на чистом глазу рассказывать, что линия скобучей кого-то омолодит, какую-то очень возрастную кожу, не стоит. Здесь нет пептидов, здесь нет волюфилина, здесь нет практически ничего, что может работать с самой возрастной кожей. Ну, есть аденозин, ну, замечательно. Но это ни в коем случае не линия для самой возрастной кожи. Это ранний антиэйджик. Поэтому, ознакомившись с составом, посмотрев, что это все из себя представляет, я так долго и не заказывала эту линию себе, и даже не заказала бы. Но смотрю у ребенка, у моей ей 28 лет, у нее очень сухая кожа, следить она за ней не хочет. Но будем заставлять. Для нее вот эта линия идеальна. У нее, конечно, кожа очень обезвоженная и очень пересохшая. Тем более сейчас отопление не добавляет всему этому никакой прелести. Но вот на ранний антиэйдж с разной степенью ухоженности кожи эта линия и задумана. Поэтому можно на меня обижаться, можно говорить все, что угодно, что бабка ничего в косметике не понимает. Ну, не понимаю, и хорошо. Мне с этим жить, как говорится. Но все рекомендации этой линии на самую возрастную кожу не подтверждаются абсолютно ничем. Поэтому камбуча сыграла свою роль очень большую в том, что средство полюбилось русской аудитории, притом возрастной аудитории. Когда мы были маленькие, у нас бабушки заводили в большой банке японский гриб. Для нас это был как инопланетянин, какое-то живое существо, которое жило отдельной жизнью. Главное, что этот гриб ферментировал чай и получался очень вкусный напиток. Мы выросли на этом напитке, и поэтому, когда женщина моего возраста видит камбуча, слово, да, она ассоциативно оказывается наедине вот с этим вот грибом загадочным, живым существом, и ей хочется этот крем купить. Хочется замечательно, но лучше подарить его дочке или внучке. Вот такой вот разбор полетов. И я напомню для тех, кто впервые оказался на моем канале, что я не владелица магазинов. Я не сотрудничаю ни с одним магазином, кроме люксового бренда декоративной косметики Florasis. С ним я действительно сотрудничаю. Но ни одной ссылки ни на какие магазины у меня вы никогда не увидите. Я все заказываю на eBay, и все ссылки мои тоже на eBay. Поэтому какие-то вот эти все рекламы, не рекламы. Ну вот средство не работает на возрастной коже. Пожалуйста, вы это услышали. Нравится вам это или нет? Ну давайте двигаться дальше. Что у нас тут дальше? У нас огромное количество всего интересного. И мы не будем зацикливаться на камбуче. Давайте посмотрим на ночные маски. И эти маски, часть из них я знаю очень давно, с частью знакома более поверхностно, но есть что сказать о каждой. Это ночные маски для возрастной кожи с разными функциями. Что такое ночная маска? Это крем ночной, который 2-3 раза в неделю мы наносим, чтобы получить интенсивный уход. Потому что в Корее нет изначально дневного и ночного крема. У них дневной крем идет и на ночь, и на день. Кстати, не очень люблю эту систему, но у них есть ночные маски. В чем роскошь? Посмотрите, эти ночные маски выпускаются в виде саше. Что нам это дает? Мы можем открыть эту коробку, да? Сделать курс этой интенсивной маски с медузой, с пептидами. Это убойная маска. Я ее знаю 7 лет. Она убирает мимические морщины превосходно. И даже делает менее заметными самые глубокие. Эта маска действует на основе на то же, что и ботокс. То есть расслабляет мышцы лица. Но делает это натурально, красиво и поверхностно. Разглаживаются морщинки, но нет лица пчеловода. И нет таких бешеных расходов, не пойми на что. И вот такие вот саше удобны по ряду причин. Во-первых, средство всегда свеженько. Провела курс, например, да, закрыла. Потом провела еще один. Здесь ничего не испортится. Не надо заботиться о том, что у нас стухнет, скиснет и испортится банка. Что это еще удобно? Берем с собой бойфренду на ночевку, да, в сумочку, почему нет, в отпуск взял,
Вот. Три маски на три раза в неделю. У тебя на неделю ночной крем, ночная маска с собой, пожалуйста. Привычные средства. Дальше. Это очень удобно заказывать в складчину. Например, вот вместо того, чтобы попробовать одну из этих масок, девушки могут купить все четыре и потом просто поделиться друг с другом, чтобы у каждой было поровну какой-то маски. А те, кто знают, давно и любят, у меня в группе есть просто фанаты этой маски. Она периодически исчезает, мы все начинаем волноваться, но она всегда возвращается назад. То фанаты у меня закупаются в группе у нас вот этим вот просто под завязку. Итак, это маска от морщин с медузой. Абсолютно убойная вещь. Дальше. Маска с улиткой. Я пробовала много раз улитку от этого бренда, и она меня устраивает. Потому что с улиткой 50 на 50. Если она плохо очищена, что часто бывает у самых бюджетных брендов, она вызывает подкожники, покраснения и прыщи. То есть 180 градусов от того, чего от нее хотят добиться. Это маска с улиткой для возрождения кожи, для ее осветления и для придания ей, как говорится, дорогого товарного вида. Очень хорошо такой курс провести перед праздниками. Дальше. Это маска с пептидами. Ласточкино гнездо. И это маска гиперувлажняющая. То есть она не только наполняет кожу влагой, она не только задерживает в коже влагу очень надолго, она учит кожу самой держать вот эту влагу, и она учит кожу быть увлажненной. Это замечательная совершенно маска, которая имеет еще и легкий эффект борьбы с морщинами. Но это про обезвоживание кожи. А это уже потрясающее целебное средство с микрокапсульной технологией дронов. Здесь не просто крем с икрой, да, а крем с дронами. Что это дает? Они при нагревании от теплой кожи растворяются, и активные вещества свеженькими попадают в нашу кожу сразу. То есть мало того, что свеженькие саше, у нас еще и свеженькие там дроны. Давайте посмотрим, какая здесь консистенция. Нежнейшая. Абсолютно нежнейшее средство. Они, в принципе, все отличаются нежностью текстуры. Давайте немножко побольше выдавим. Так. И очень-очень легкие ненавязчивые ароматы. Вот такие вот маски. Да? Вот так вот наносим. То есть она и для жаркого климата, и для жирной кожи. Обычно для жирной кожи трудно подобрать какое-либо средство с икрой, потому что все кремы с икрой как нарочно, как на подбор, жирные. А здесь вот такая вот легкотня. И эта маска для возрастной кожи, у которой основная, единственная, пожалуй, проблема в том, что она возрастная. То есть здесь на этой коже могут быть и морщины, и дряблость, и пигментация, и потеря эластичности и упругости. Это прислуга за все, да, универсальный солдат. И если у этих масок очень четкое разделение, то это общее, убойное, омолаживающее средство с икрой. Моя кожа очень любит икру. Я тоже очень люблю икру. И икра платит ей тем же, моей коже. Ну, такое замечательное средство. Конечно, здесь и с подружками поделюсь. И буду сама проходить курсами. На любой возраст, на любой вид, цвет и вкус замечательные ночные маски. Дальше. Люкс. И люкс в виде пробников. Я никогда не заказываю повторно большие красивые банки, если они появляются в пробниках. Здесь огромное количество средств. И это замечательная совершенно сыворотка от корейского люксового бренда The History of Wool. И это его знаменитая сыворотка Illuminat. Что она дает? Из любой возрастной, убитой абсолютно кожи она делает после вот такого вот курса сияющее изнутри наливное яблочко. Сыворотка исчезает в коже, очень скользкая, да? И это просто водичка, которая подойдет для любого типа кожи, конечно же. Что она дает? Борется с морщинками, обезвоживание устраняет напрочь,
Она выравнивает общий тон кожи, но самое-самое главное – это эффект сияния здоровой кожи изнутри. Эффект не визуальный, который смывается в раковине, да, а эффект, который на нашей коже остается очень надолго. Я уже сделала целым курсом большую банку этого средства. И к праздникам очень хочется привести кожу в порядок. Кроме того, что ее можно использовать в качестве сыворотки в любой линейке, она подойдет и в качестве первой сыворотки, на которую наносится уже что-то другое. Но она настолько сама по себе хороша, что, я думаю, мешать ее ни с чем никому не захочется. Мои самые теплые рекомендации для тех, кто хочет к праздникам получить сияющую изнутри здоровьем красивую кожу. Теперь давайте смотреть, что у нас здесь. Это огромный литровый бутылек шампуня, да, Маринго. И что он умеет делать? Это шампунь, который восстанавливает любые самые убитые волосы. У меня волосы с регулярным сложным окрашиванием, поэтому очень сложно, конечно же, поддерживать их вид здоровым. И поэтому я заказываю все средства для убитых волос, которые получают какой-то резонанс в бьюти-сфере. Да, я смотрю корейских блогеров, тайских. Если нужно что-то, что касается волос, это к тайским блогерам, потому что они в волосах знают толк, это что-то. И индийские блогеры очень интересные тоже снимают видео, что касается волос. И здесь это средство, этот шампунь, кроме того, что его хватит очень надолго, он восстанавливает волосы структурно не просто вдоль всей длины, а начиная от корней, что очень важно. Потому что я неоднократно обрезала волосы, да, стриглась, чтобы приводить в порядок, но все равно начинаешь красить, все начинается, в принципе, сначала, да. Но именно такие средства позволяют волосы обиходить от корней. А тут немножечко баночки вправо, чтобы свет не загораживали. И большое количество самых теплых рекомендаций, что действительно выполняет обещанные поручения. Здесь просто гора растительных экстрактов. И средство очень нашумевшее. Дальше. Снова люкс у нас, да? Это очень интересное средство. Смотрите, какая роскошь. Корейский люксовый бренд The History of Wu. И корейский люксовый бренд Sum 37. Мы пока начнем с The History of Wu. Выпустили вот такие замечательные средства нам с вами на зиму для губ. Это эссенция для губ. Посмотрите, как она выглядит. Какая роскошь! Здесь вот мы крутим колесико, и выплывает вот такая вот роскошь. То есть это наносится на губы. Нам не нужно касаться этого руками совершенно. И это охраняет кожу губ, надежно защищает от холода, придает немножечко объема, сияние. На этом великолепно лежат помады. И это средство также для облупленных, шелушащихся губ в корочках, в трещинах. Потому что это целебный бальзам с огромным количеством растительных ингредиентов, который приводит в порядок любые губы. Даже самые неухоженные. Ну и, конечно же, лучше всего не доводить, чтобы они были такими. И вот такое средство они выпустили. Это специализированная эссенция для губ. Это не просто гигиеническая помада. Это не просто блеск для губ. Не просто уходовое средство. Это гиперуходовый бальзам. Целебный, лечебный, уже в категорию лечебных можно отнести смело, бальзам для губ. На зиму очень рекомендую. Кроме всего прочего, посмотрите, какой хорошенький, приятный, маленький подарок, да? И почему не себе любимый? В самое ближайшее время выйдет вторая часть этой распаковки. Обязательно подписывайтесь, заглядывайте, потому что будет очень много всего интересного. Вот такая сегодня получилась распаковка. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо за ваше время и до следующего раза. Всем пока!